В Бурлинском районе начался сезон уборки урожая, а зимой уже собраны, стартовала уборка яровых культур. На сегодняшний день по Бурлинскому району 70 крестьянских хозяйств осуществляют деятельность по посеву. Ожидается хороший урожай летних культур, но имеются также и проблемные вопросы. Об этом рассказал руководитель районного отдела сельского хозяйства. Наша съемочная группа вместе с руководителем отдела сельского хозяйства Алтынбеком Бексеитовым побывали на засеянном поле ТО «Агровик». К сожалению, ввиду того, что зимние месяцы были неблагоприятными, урожай озимых был низким. Теперь надеемся, что урожай летних культур будет хорошим. В среднем мы рассчитываем на 11-12 центнеров с гектара. В целом по району было посеяно порядка 20 гектаров яровых, ячмень, пшеница, а также кормовые и масличные культуры. Сейчас погода благоприятная для начала сбора урожая. Все крестьянские хозяйства взялись за уборку урожая. Завершить эти работы планируем до конца августа. По Бурлинскому району 70 крестьянских хозяйств занимаются посевными. Владельцам КХ от государства предоставляется топливо со скидкой по 259 тенге за литр. Ауданда бір элеватор қазір сақтауға дайындықтар қабылдап жатыр. В нашем районе работает один элеватор. Компания «Асим» принимает на хранение зерно. Также есть элеватор в Шангарлауском районе, в Теректинском районе «Пойма». По мере размещения крестьянских хозяйств принимают зерно в зернохранилище. По словам руководителя отдела, основной проблемой является то, что цена зерна еще не установлена. Для начала необходимо собрать и поставить на хранение урожай, а затем определимся с ценой, говорит Алтынбек Бексеитов. Большое внимание уделяется также урожаю кормовых культур. В планах отдела подготовить до 77 тысяч тонн кормов. Майя Амирова, Анаргуль Кушербаева, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».